За получение взятки в крупном размере вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кредитования ключевых клиентов операционного офиса Тверской Ярославского филиала «Промсвязьбанка». По версии следствия, 17 ноября текущего года сотрудник банковского учреждения, находясь в городе Твери, лично получил от участника оперативно-розыскных мероприятий взятку в сумме 595 тысяч рублей за совершение действий бездействия в виде способствования в понижении процентной ставки по кредиту в рамках договора, а также укрытия фактов нарушений условий договора заемщиком. По материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленному ФСБ России по Тверской области, проведены совместные мероприятия, которые позволили задержать подозреваемого непосредственно на месте совершения преступления. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.